Всем привет! Имеется у меня в наличии вот такая вот пила фирмы Хьютер. Кто следит за каналом, видели, что я делал на нее обзорчик. Кто не видел, можете поглядеть. Вот, пила довольно-таки неплохого качества, отработала она у меня уже больше полутора лет. Претензий к ней нет, пилю довольно часто. Но вот произошла небольшая беда. А именно, на кикстартере, вот этой вот шмургалке, порвалась оплетка верхняя. Здесь стояла еще одна. И она, получается, съехала по этой веревке и застряла в самом барабане. И не дает до конца ее вытащить, и назад тоже сдвигается с трудом. Вот, поэтому сегодня будем открывать эту крышку, срывать гарантийную пломбу. Ну, гарантия была год, поэтому она уже закончилась, ничего страшного. И посмотрим, что там произошло, и постараемся ее заменить на новую. Начнем. Кстати, ключики заказывал из Китая, довольно неплохие. Кому нужно, ссылочку оставлю в описании под видео. Так, ну что, снимаем. И что мы здесь видим? Так, ну здесь все на месте, все целое. Даже почти не вымазанная. Так, ладно. Вот и наша шмургалка. Вот, видно, видите? Вот она. Оплетка ее съехала вниз и не дает до конца раскрыться, получается. Так, сейчас ее открутим, поглядим. Ух ты! Туговато идет. Главное, чтобы пружинка не вылетела. Вот, видно. Видите, как она съехала. Толстая стала. Здесь стоит еще вот такая вот пружинка. Так, в общем, нашел я замену данной веревочки. Взял я вот такую вот. Это прокорд из Китая. Распаковка у меня его была на канале, заказывал я его с Алиэкспресса. Ссылочку оставлю в описании под видео. Вот, и сейчас мы его как раз и поставим. По диаметру он совершенно одинаковый, как и та веревочка была. Длина составляет 1 метр. Собираем все в обратной последовательности. Я думаю, здесь сложностей никаких не должно возникнуть. Так, теперь подгоняем под размер той веревки, чтобы лишнего у него ничего не было. Небольшой запасик для завязывания узелка. Остальное все лишнее отрежем. Я думаю, здесь надо немножко почистить и смазать заодно солидольчиком. Ух ты, блин. Ох, беда. Пружинку на место поставил, еле-еле поставил, тяжело очень ставится, намучился с ней.
Так, сейчас все это смажем теперь солидольчиком. Будьте очень аккуратны. В общем, сложил я все назад, поставил. Только теперь, прежде чем натягивать буду вот эту вот веревку, поставлю стопорное колечко, которое здесь, точнее стопорную шайбочку, которая здесь стояла, чтобы оно ничего не сорвало, как в прошлый раз. Вот и все. Теперь можно все ставить на место и будем тестировать. В общем, все как видно, замечательно работает, все починилось. Ну и как бы особо это поломка не считаю, как расходники, можно сказать. Вот, но все равно все починили, все сделали. Всем спасибо за внимание, оценивайте видео, если оно вам понравилось, подписывайтесь на канал и всем пока.